Бесплатный мастер-класс по брейкингу от носителя французской хип-хоп-культуры Бубы прошел во Владивостоке. Танцевальный центр «Юниденс» совместно с «Альянс Францесс» и посольством Франции организовали бесплатный мастер-класс для всех любителей хип-хоп-культуры в нашем городе. Посольство Франции предоставило нам такого замечательного танцора и представителя хип-хоп-культуры Буба Калорс. Он из Парижа, из Франции. Он является одним из основателей и зародителей хип-хоп-культуры во Франции. В свое время, будучи очень молодым, он ездил в США и втайне снимал там разные джемы, батлы, и то, как там зарождалась хип-культура, привозил это все во Францию и рассказывал ребятам. Сейчас ему очень много лет, он скрывает свой возраст. Вот. Но, собственно говоря, он вырастил всю эту культуру, сейчас у него целый тур по России, он ездит и делится хип-хоп-культурой с нами и своим личным опытом. То, что мне очень понравилось во время мастер-класса, это то, что уровень действительно был достойный учеников. И если бы у них было больше возможностей развиваться и достойные учителя, более натренированные, то они бы делали большие успехи, большой прогресс. Незнание русского языка никак не помешало именитому французскому танцору общаться с владивостокской молодежью. Танец – как универсальный язык, который понимают все. Однако, по словам Бубы, несмотря на свою универсальность, каждый человек танцует немного по-разному, в зависимости от своей национальности. Разумеется, разница чувствуется, потому что в России танцуют одним образом, другим образом танцуют во Франции, совершенно другим образом танцуют в Америке, и по движениям вполне можно определить, кто какой национальности принадлежит. Что касается конкретно брейк-данса, поскольку я нахожусь уже 3 недели в России, 3 недели путешествую по России, я вижу, что у русских ребят очень большой потенциал, но просто у них мало возможности путешествовать, открывать какие-то новые вещи и мастер-классы для себя. Танцы, сумасшедшая энергетика и просто желание двигаться. Как показал очередной мастер-класс в студии «Юниденс», 3 вещи привлекают людей совершенно разного возраста. Ребята собрались по разному уровню подготовки, есть совсем новенькие маленькие мальчики, есть ребята, которые уже более-менее имеют представление о брейкинге, но в нашем городе культура, в принципе, еще очень молодая, и танцевальный уровень низкий, и, в принципе, это очень круто, то, что человек с таким уровнем приехал в наш город и делится своими знаниями. И для ребят это очень хороший толчок, потому что общаться с основателем культуры, можно сказать, с носителем брейкинга, это просто незабываемо, это очень важно, это очень сильно вдохновляет и очень классно. Независимо от пола, возраста и уровня подготовки, Буба обучил всех ребят основам брейкинга, а более сильным он продемонстрировал комбинации посложнее. После мастер-класса Буба пообщался с ребятами и ответил на все интересующие их вопросы. Молодежь спрашивала о многом, но чаще всего ее интересовали вопросы, связанные с танцами.